На самом деле очень здорово, что в Иркутске появились новые скверы, в частности, на острове Юность. Комфортные, удобные. Спасибо городу. А Постышева, да, тоже благоустроено, все очень удобно. Действительно, то, что инфраструктуру обустраивают полностью, и в дальнейшем было бы действительно хорошо, если бы все это разрасталось, было бы больше инициативы. Мне запомнилось то, что наконец-то починили эту лестницу, которая ведет к ЦПКО. А набережная вообще прекрасная. Вот мне очень нравится. Мы часто туда выезжаем, просто даже на машине посидеть, воздухом подышать после работы. Мне очень нравится, честно говоря. Красиво. Ну, в Солнечном. Я наслышан об этом проекте и знаю то, что парк возле Шанхайки, всем известный, ремонтируется. Скажите, вам нравится эта программа? Да, конечно, нравится. Там такое убожество было раньше, а теперь хоть как-то прогуляться можно. Конечно, понимаю, что там раньше находилось кладбище, но теперь из этого сделали довольно хорошую рощу. Ну, хорошее дело, комфортная среда, чтобы людям было где отдохнуть, самое главное, детям где поиграть, чтобы инвалидам было доступно все прелести нашего города, так скажем.